Приветствую всех, с вами Маркела Борис, и мы продолжаем рассматривать рекламные площадки и разбираем трафик, где же его взять. Есть вот такой сайт AdSlot. Здесь можно купить баннеры, покупка ссылок, покупка баннеров. И здесь можно выбрать, какой баннер и где вы собираетесь разместить. То есть здесь вот даже размер можно выбрать и сайт, на котором можно все разместить. То есть возьмем самый распространенный, вот такой вот баннер небольшой. И посмотрим, где же его можно разместить. Ссылка на регистрацию именно на этом сервисе вы найдете под этим видео. Мы нажимаем «Найти». И мы смотрим, что здесь вот самое козырное место. Здесь стоит, показывая в день, 446 и от 100 рублей. То есть за 100 рублей можно вот на этом сайте, дать баннер. То есть здесь где-то должны быть свободные места. И здесь мы можем закрепить любой баннер. То есть самый такой козырный получается у нас сайт почему-то в списке попался. Но тем не менее. Вот здесь вы можете закрепить за 100 рублей. Но мы можем еще перейти. Вот он почему-то здесь в топовых стоит. И можем по показам в день. То есть показам в день и по CTR, где по ним больше будут переходить. Вот, например, вот здесь, вот в этом месте мы можем разместить свой баннер. И по нему будет очень много просмотров, и по нему будет очень много переходов, я так думаю. Ну, опять же, это вопрос времени. Вы можете даже с CTR-ом здесь поиграться, какой CTR вам нужен. Но смотрю, вот CTR 6.88 достаточно хороший CTR. И 2 рубля за размещение баннера не такая огромная сумма. И чтобы его разместить, можно нажать вот «Купить». И здесь вы указываете, например, свой какой-то баннер, который у вас есть. Сейчас я покажу, как это делается. Так, нам нужен вот такой вот баннер. Мы нажимаем «Открыть». Стоит это 2 рубля за одну неделю. Адрес сайта мы сейчас возьмем. Если у нас это апельсин, значит, будем на апельсин давать ссылочку. Посмотрим, что у нас с трафиком будет за 2 рубля. Потому что за 100, за 150 рублей мы уже трафик покупали. Давайте я вставляю ссылку. Нажимаю «Далее». Все. То есть нам для оплаты нужно 2 рубля всего. Всего-навсего 2 рубля. Нажимаем «Далее», выбираем пополнение, с чего вы будете пополнять. Опять же, Яндекс.Деньги, Payeer, Мегакасса, с рекламного баланса. Можете пополнить рекламный баланс там на какую-то определенную сумму. Давайте выберем Payeer. Нас сейчас перебросит на Payeer. Мы здесь выбираем рубли. «Подтвердить». Сейчас будет подтверждение. Мы переходим по ссылке перенаправления. Нажимаем вот так вот. Далее. Все. Мы подтверждаем. Деньги у нас на Payeer есть. И это хорошо. Все. Успешная оплата. Мы можем теперь посмотреть купленные наши баннеры. Вот у нас баннер за 2 рубля. Висит на сайте, информацию о сделке мы можем посмотреть и можем посмотреть, где там вообще у нас разместился этот баннер, поискать наш баннер. Потому что здесь на апельсинчик уже есть, вот где-то наш баннер должен здесь висеть. Вот где-то наш баннер здесь должен быть закреплен, хотя его пока не вижу. Но они могут при обновлении страницы, скорее всего, они тут меняются друг за другом. Давайте попробуем. Да, они меняются и их показывают по очереди.
по очереди их показывает, и возможно где-то мой баннер, если пощелкать, возможно где-то мой баннер когда-то да выскочит, да кто-то его да посмотрит. Тем более у сайта, не знаю даже, сколько у него посещений, нужно посмотреть, если здесь есть счетчик. Да, счетчика здесь нет. Но, тем не менее, посмотрим 2 рубля, насколько эффективно будет этот баннер. И будем отслеживать. Если вы хотите также зайти, подать какую-то здесь рекламу, опять же повторяюсь, что ссылка на регистрацию будет под этим видео. И после регистрации вы нажимаете «Купить рекламу». И выбирайте то, что вам нужно. Здесь можно купить ссылку, здесь можно купить баннер, здесь можно купить вот такую вещь. Поп-ап, это когда окно всплывающее. Давайте даже посмотрим. Например, вот здесь вот 25 рублей стоит, здесь 5 рублей стоит. Мы можем перейти, посмотреть вообще, как это. Вот заработок криптовалюты. В принципе, вот здесь вот будет выскакивать такое новое сообщение для людей, которые будут сюда заходить. Ну, покопайтесь, покопайтесь на сайте, посмотрите, что вам ближе. И заодно мы узнаем, какая реклама и где она нам вот это эффективнее. Но в любом случае, смотрите, вот здесь вот CTR 0, а может быть вот на этом сайте и не стоит давать. Вот здесь CTR 3.43. Возможно, здесь стоит дать рекламку. И здесь по нолям. То есть сразу отслеживайте сайты, которые более-менее с CTR, с нормальным. И еще раз покажу, как CTR нормальный, который я считаю вот 6.88 по CTR. Вот здесь вот есть CTR, которые вообще зашкаливают. CTR это посещение, это клики на именно качественные клики, переходы именно на сайты. Вот видите, можно за 25 рублей баннер разместить, за 30 рублей, за 10 рублей. Так что играйтесь, возможно, вы найдете своего какого-то товарища, который зайдет в ваш проект. Предварительно еще раз покажу. Заходите на сайт, смотрите его тут какое-то размещение, о чем сайт, и на этом сайте можете размещать рекламу. На этом заканчиваю. Всем привет!